Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Так, у меня бесплатный сундук еще, наверное, не успел, да, откатиться? А нет, успел. Управление в воздухе, колесный ускоритель. Так, что тут вообще тишина? Тут у нас крылья, колесный ускоритель. Новые задания. Получите 200 времени в воздухе. Так, давай вот это вот поменяем. Маневр, все со своими маневрами. Как вы дороги мне. Ну что, 46 тысяч кубков сегодня я планирую получить. Что-то вообще никого нету. Видимо, все спят еще. Сделаем первым привет, отправим. Вот. Так, события заканчиваются через 4 дня. Событие уже доступно. Ну что, трасса Билла. Меняем, ребят, нашего водителя. Возьмем. Я уже даже не знаю, кого взять. Вот, давай такого вот. Полувикинг, полуклоун. И здесь у нас, если трасса Билла, то получается, мы должны ехать на нашей Ламборджини. Тем более здесь горящий асфальт. Так. Я там вижу, ребят, еще на крылышках. Ну, я-то выехал, а тот как? Тот тоже выехал. И у него небольшое, ребят, небольшое преимущество передо мной. То, что он на крыльях. Я приехал третьим, тот приехал четвертым. Ну, понятно, это первая трасса. На ней, в принципе, не зазорно свалиться, потому что это постоянно у нас получается именно на ней. А вот дальше... А вот дальше-то как раз будет самое интересное, наверное. Если мы сейчас, конечно, где-нибудь там не бомбанемся, не лупанемся, ну, ты понимаешь, да, почему я? Все. Что и требовалось доказать. Так, и вот у нас скоростная полоса. По идее, бы тоже надо бы занять здесь первое место. И все у нас будет в ажуре. Так, тут крылатый там летит. Никак не успокоится, да, все? Напялил крылья, вообразил, что он играл Икар. И все, теперь думает, будет трасса его. Нет, трасса твоей никогда не будет, парень. Так, ну что, мы продвинулись чуть-чутка. О, привет, Рэй, снимаешь. Ветеран проснулся у нас. Ветеранушка проснулся. Хотел сказать доброе утро, посмотрел на часы. 3 часа дня. Какое там, блин, доброе утро. Так, а у меня восхитительные диверсии. Восхитительные диверсии я буду проходить. Да. На раллийном авто. Раньше я проходил его на баге. Ну, нравилось мне играть на баге. Вот именно из этих вот прыжков. Но потом, когда вот это вот... Не надо так делать. Не надо вот эти дурацкие... Вот зачем вот так вот? Ну, ну что вот? Я немножко в шоке. Так, там выскочка. Ну как вот это вот барахло? Ну хотя бы вторым. Этот выскочка уже лез. Ну ты понял где я, да, ребят? Я чуть было там не перевернулся. Один момент такой был. Вот, в принципе, там-то я и растерял, так скажем, всю скорость мою. Это что? Вот скажи мне, это что сейчас было? Я лично не понял. Что сейчас такое произошло? Как вообще он выскочил? Я еще мог бы это понять от выскочки, но... Не от этого читера. Как он там вылетел-то? Ну даже если на трамплине на каком-то, я фиг его знает. Вот смотри внимательно, вот он, как он едет. Да не как он там едет, едет как печеное дерьмо. Других слов у меня нету. Как лох едет. Ну что, по итогу мы будем первыми или нет? Конечно, ребят, конечно будем первыми. Вот, мистический кубок.
Обычно мы его сейчас гоняем на нашей баге. Но опять же скажу, ребят, последние разы у нас не очень удачно получаются. Кстати, я что хотел спросить, ребята, у меня некоторые игры, вот сейчас последний, вот один в темноте, да, игрушка, которая, то есть не один в темноте, а просто в темноте, которая вышла. Опять-то музыка под запретом, ребята, опять же авторские права. Поэтому если кому-то хочется посмотреть в нормальном, как говорится, качестве, без всяких вырезок, то переходите на Яндекс.Дзен. Там с этим проблем нету, с авторскими правами на музыку, поэтому можете смотреть без всяких там вырезок. Это так, отсылочка, потому что некоторые там пишут: «Рэй, почему там звук пропал, а еще там что-нибудь?» Потому что вот авторские права приходится, ребята, вырезать. Музло вот это вот. Я вообще в последнее время не понимаю, нафига вот это вот делать, да? Если ты выпускаешь игру, то нафига ты берешь какую-то музыку чужую? Или зачем вы после этого начинаете ее монетизировать? Это очень много, ребят, где касается. Это вот в Стикманах недавно. Фиг знает, 10 лет играли, ничего под запретом не было. А сейчас, видите ли, музыка вот эта вот основная, которая идет, она под запретом. Авторские права. Ну, естественно, авторские права — это у тебя автоматически, ребята, монетизация исчезает. Последняя даже, и ты ничего не можешь сделать. Поэтому ее приходится затирать, удалять, вырезать, чтобы все было нормально. Так, ну что, пока тут я говорил с вами, три гонки уже проехал. Причем, я тебе скажу, очень неплохо едем на нашей баге. Есть, конечно, небольшие нюансики, где можно было бы, как сказать тебе, подкорректировать, что ли. Ну, в общем, это что сейчас было? Что-то я не помню. Врезался обо что-то там. Как бы получается я... Оу, да куда же ты так высоко-то? О, все, ребят. Идиотский прыжок вот этот просто мне все навредил. Сельский кубок. Сельский кубок мы будем проходить на... Хотел сказать, на мотоцикле. Нет, ребята. На своем Ламборджини. Когда она у нас красная, она у нас Феррари. Когда она у нас черная, это Ламборджини. А это же здесь, по-моему, я тогда сфейлился, да? В домик-то вписался. Это же здесь, по-моему, будет, в сельском кубке. Где захотел подпрыгнуть на этаж. И застрял. О, без идеального старта. Ауч. Ну а что делать? Приходится так выпендриваться, ребят. Ну, благо все хорошо. Благо все хорошо. Проехали петля 9. Ну нафига название петля 9. Опять идеального старта не получилось. О, ну все, ребят. Хотя, подожди, может быть, еще не все. Да нет, тут, наверное, все, ребят. Четвертым. Я еще... Офигеть, ребята. А как так-то? Две трассы проехал нормально, и на тебе. Ребята, у тебя анимация казак есть? Даже не знаю. Анимация казак... А где тут такая анимация казак? Тьфу ты, анимация, блин. Есть анимация казак, есть. Так, ну что, блин, что там за трасса у нас? Темные дороги. Темные дороги будем проходить на раллийном авто. Или здесь надо было на баге бы ее, я не знаю, ребят. Нет, наверное, на раллийном авто нормально будет. Куда ты лезешь-то, а? Хлыщ ты недобитый. Карибир. Корешнырь, ё-моё. Лезет он, куда его не просят. Красный Феррари только у меня может быть, блин. Так, тут еще один, да? Еще один выпендрежник.
который хочет меня, ребята, обогнать. Так. Обогнал все-таки. Да потому что, блин, на заднем колесе поехал, как мудила, блин. Мне, чтобы выровняться, да там в лужу в эту еще шпиндякнулся дебильную вниз. Опа, это что за прыщ? Идите в баню все. Достали уже в корень. Так, ну что, мы накопили на сундук. Крылья, амортизаторы, ускоритель дыма. Ничего полезного для меня здесь нету. Так, а он, кстати... Я ему не ответил. Енсть. Енсть. Так, ну что, я еду дальше. Испытания на скоростных спусках. Я даже, ребят, не буду менять тачку, потому что... На раллийном авто мы здесь довольно неплохо едем. Ну, тут-то понятно. Тут, скорее всего, ребят, мы... Хотя, подожди... Нет, он меня, ребят, обгоняет чуть-чуть. Да. И то за счет ускорения. Ну, ладно, мы посмотрим на следующей трассе, как ему это ускорение поможет. Давай, давай, врежься, конечно. Врежься, у него уже колеса, ребята, и сверху, и... Точнее, он трансформируется, поэтому... Не, ну тут, конечно, без шансов, по-моему, ребят. Все равно это не играет роли. А, нет, играет. У меня 7 очков, а у него... А у него 8. Так, что там опять? Это моя любимая анимация. Я понял. Казачок, ё-моё. Так, горные мосты. Я, наверное, возьму багги. Поеду я на багги на этих горных мостах. Знаем эти горы. Знаем эти прыжки все дурацкие. А что там буксанулся, парень, я не знаю. Что-то он буксанул там. Оп! Сейчас бы. Да выпендривался бы. Скалистая дорога. Чутка бы и все, ребята, и в наказании был бы. Давай, 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 давай. Подгазовывай, подгазовывай. Вот тебе и подгазовал, блин, называется. Ну что вот это такое, твою, блин. Третьим. Не вторым, твою ж налево, а третьим. Как меня вот это бомбит просто, блин, не могу, ребята, а. Из-за какого-нибудь косяка элементарного, просто бим. Вот здесь, вот, ребята, элементарный был косяк. Фига ты. Просто оттуда сиганул. Каким, блин, макаром, я не знаю. Просто не знаю. Ну что тут у нас? Давай посмотрим. Это у нас стартовый. О, гельфиш проснулся, ё-моё. Полуночный гельфиш проснулся. Так, ну что? Что там у нас? А, кубок колпака и ступицы. Погнали. Ржавая, блин, долина. Мопар. Как его сейчас там хорошо крутанул этого мопара. Что-то мне вот это не нравится. Все. Трасса какая-то заковыристая. Опа. Вот и катись к чертовой бабушке. Приехал мне тут мопар. Лошпар. Кактусов пригород. Или пригорок. Кактусов пригорок, скорее всего, пригород. Какой пригород, блин? Давай, 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 не буксуй. Буксует он мне здесь.
Вьюх. Фига нам чувак в Поднебесную вообще отправился, ты видел? Опупеть. Так, интересно, у меня получится? Получится обогнать? Да. Пыльная дорога. Ладно. Вытрем пыль с колес и поедем. Но все равно он как-то высоко прыгает. Да. Че, я походу дела приехал, да? Самым последним, блин, на этих пригорках. Как размазня, блин, дал бы по башке. Бесит меня просто вот это вот. Просто на ровном, ребята, на ровном месте, блин, тупить вот так вот. Это что там у нас? Опять зефир, блин. Да чтоб ты сыром, как говорится, а. Нифига не получается, а. Гнида. Других слов нету просто. Просто нет других слов. Да не хочу я туда так высоко прыгать, блин. Все, сорвало крышу. Давай, молодец. Едь. А ведь мог бы нормальненько, ребята, проехать бы. Мог бы, если бы не стал бы вот так носом бы клевать твою дивизию. Начал мне там подклевывать, блин. Слушай, лихач, разбейся ты нафиг, а, к чертовой бабушке. Ты меня уже нервируешь, вот серьезно тебе говорю. Нафига так высоко прилетать? Давай, давай, родной, шпарь. Шпарь, как в последний раз. Все. Не уступили никому. И это замечательно. Так, что там опять? Я тот самый, который спать не хотел вчера. Да я понял уже. Хелли Фишер, как тебе забыть-то? Так, ну что, болотистая дорога. Болотистая дорога. Слушай, болотистую дорогу, если мы не на баге проходили, то, по-моему, на супердизеле. Мне почему-то так кажется, да, мы ее брали. Или я ошибаюсь? Я не помню, если честно, врать не буду. Опа. Да, тут бы на баге можно было бы, конечно, хорошо бы погонять. Сельская дорога. Из огня да в полымя, да? То такая дорога, то сякая дорога. Ну если заехал, давай, блин. Твою же дивизию уже начал. Уже хотел, ребята, ругануться, блин. Думал, сейчас, как всегда, знаешь, еле-еле там будет подниматься на эту горочку. Ну, благо обошлось. Благо вы не услышали больше пока от меня. Так, Ник. Ник тоже, да? Дрифанул чутка. Не захотел он поверху ехать. Ну, возможно, это и правильно. Возможно, это мне даже даст победу. Да. Это мне дает, ребят, победу. А 46 тысяч кубков уже прям, ребята, вот прям вот видно. Я уже стою просто на холме и вижу, ребята, как эти кубки издалека манят меня. Понимаешь? Ну давай. Блин, дурацкая трасса, точно. Одна из дурацких трасс. Нормалек. Ну вот где-то тут уже. Где-то тут уже должен быть финиш. А где мой мужик? Потерял каску.
Наверное, когда потолок там терся, да? Скорее всего. Так, слушай, я, наверное, наверх не поеду, поеду понизу. Вот, вот это вот меня раздражает. Когда он встает на заднее кольцо и начинается вот это вот. И лозы не задницей по асфальту, блин. Конечно, бесит. Это, наверное, любого бы взбесило. Ну что, давай. Попробуем. Так, вот здесь вот уже... Не получилось, ребята, кактус-то перепрыгнуть. Видишь? Не удалось. Крышу снесло. Облегченный вариант. Поехал. Так, тут главное, чтобы не тирануться, а... Потолок очень хорошо, иначе можно и голову протереть. Рэй, если не сложно, пройди команду соревнования. Если что, я тебя не заставляю. Да я по... Какие командные соревнования? Ну это вот эти ты имеешь в виду, да? Крейс Лига. Да мне как бы не сложно, просто, ребят, как бы это... Времени нету. Как бы нагоняешься тут в гонках в этих вот. Потом еще это, мне это не сложно. Ой-о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 й. Сейчас можно было бы сказать, вот, опять меня отвлекли. Нет, ребят, тут на самом деле я сам дурку сделал. Дурака свалил конкретного. Я никогда там, честно говоря, не разбивался. А тут что-то вообще. Так, я что-то не пойму, Ларс какой-то тут. Что за Ларс? Швед, что ли? Вот и все, ребята. Шведа после обеда. Так, ну что, нам надо брать тогда, получается, и сейчас первое место, потому что если мы не возьмем, мы не будем с тобой на первом месте. А нам надо быть на первом месте. Это наша кредо. Быть всегда первыми. Но не всегда, правда, получается. Ой, Макс проснулся уже. Столичный кубок. Я как читаю столичный кубок, я сразу вспоминаю столичную водку. Не знаю, не знаю, почему у меня ассоциация такая. Столичная водка. О, я смотрю, там чувак на... На этом, на форсаже шпарит. Это плохо. Ага, там еще и... Это еще и раллийное авто. Это еще и раллийное авто было. Но мне почему-то показалось, что вроде как вертушка тоже, не? Показалось, значит. Ать! Давай, 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 давай. Ауч! Ну а что сделаешь, ребят? Ну, такая вот трасса. Ай, чепушила. У него, ребят, горючий кончился. У него просто кончилось горючее. Я тебе говорил. Когда ты едешь и жмешь постоянно кнопку газа, оно у тебя моментально, ребят, кончается. Там нужно именно прерывисто, понимаешь? Нажал, отпустил, нажал, отпустил. Только в этом случае у тебя будет и нормальный расход, и вообще все будет получаться. А если ты будешь на постоянку жать, то ничего хорошего из этого не выйдет. Ну что, будем сальтон делать? А, я просто думал, что это та миссия, это где мы прыгаем. Чуф-чуф-чуф, и резко делаем переворот. Так, что опять там? Пишу видео. Ну да, да, ребят, ну, я редко, когда захожу в игру, не записывая видео. Так что можете этот вопрос уже не задавать. Пляжный кубок. Поехали. Я, кстати, не посмотрел. Пляжный кубок, это у нас... Ауч!
Это где одна гонка или... Фига там, хмырь болотный. Без крыльев, без всего. А как он так интересно? А, он, наверное, накопил свой буст. И за счет буста он так поехал. Да, скорее всего, ребят. За счет буста он может. Там еще и мотоцикл сзади. Ну, опять он едет, а? Ты посмотри. Псих недоразвитый. Шпарит он там мне. Давай, давай. Раскривушку не гони. Раскривушку, блин. Раскривушка, два кривушка. Оу, будет песенка, блин. Есть. Есть. Нифига, прикольный такой мордоворот. Ну что, весенний город, день чудесный. Я выбираю дальний путь. В дальний путь. На своей Lamborghini Countryk. Так, подожди, а тут, оказывается, не я один такой умный, да? Тут еще один, ребята, супостат есть. Но, как ты видишь, я его все-таки как раскривушку, ребята, сделал. Получается. Но сзади там кто-то едет. Он последним. Позор тебе. Последним приехал, блин. Не мог, что ли, держаться меня поближе. Понятно. Так, самое главное — успеть схватить горючку, ребят. Схватил горючку, значит, ты все, отрываешься от них. Горючку не схватил — будешь пыль глотать от их колес. Вот и весь тебе вопрос. Изи, катка. А как ты хотел? Блин, там еще 4 гонки, оказывается. 4 гонки, ребят. Я уже думал, что все, под завязочку, но нет. Гоняем. Нет, все-таки у ралли, у суперкара, ребят, вот это вот огромная проблема. Когда он приземляется, он очень сильно теряет скорости. Он приземляется, вот начинается вот этот рассинхрон. То на переднее колесо, то на заднее, то на переднее, то на заднее. И вот так вот доли секунды он стабилизируется. Еще плюс он какой-то попрыгучий ко всему этому прочему. А это кто? Это у нас Ненанд. Смотри, смотри, прям один в один едем. Но тут я его немножечко подрезал. Благодаря, опять же, ребята, нашей канистрочке. Да, канистрочка помогла, там запчасти летят. Первый. Ох, ё-моё, что тут уже 8. Так, когда будет ролик? Сегодня. Как говоришь, отлично, у тебя норм. Сегодня будет. Сегодня же будет видос. Окей. Ну что, миля в пустыне. Я перехожу опять же. Кстати, у нас же 189 тысяч монет. А ну-ка. Опа. Раскривушка-прокачушка. Ну что, ребята, уже найс. Мотор у нас прокачан. А это самое дорогое, что у нас может быть. В принципе, скоро... скоро наша малышка, вертушка, ребята, заработает в полной мере. А потом, наверное, будем прокачивать выскочку, наверное. Ну, это будет через год. Да. Через год. Оу, щит! Забирайся, забирайся, забирайся. Блин, он немножко схитрил. Ну как схитрил? Намат опять. Блин, намада этого... Он часто мне попадается, друзья. А, так он еще с этими, с амортизаторами. Ёк-макарёк, ребят. А вот тут уже немножко я его подколол, конечно.
Тьфу ты, блин. Прикинь, сейчас я как лихонько, ребята, его наколол. Да что ты? Нубло. Самое настоящее нубло. Сейчас было, конечно, ништяк сделано. Блин, это на эмоциях, конечно же, ребят. Но я его круто. Он такой с горы вылетает довольный, а тут бац, перед ним, да, и низина, и он обосрался просто. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну все, начинаем. Ты смотри-ка, домик сломался быстро, на удивление. Блин, тут еще тягач этот. А кто там тягач и суперкар? Ну все, вот здесь вот, ребят, поплыли. Да, тут, конечно, мы размазались третьим. Из-за домиков все. Все, ребят, из этих дебильных домиков, которые там поставили, блин. Вот сколько раз я себе буду говорить: ну, Рэй, ну едь ты внизу, ну нафига тебе вот эта вот возвышенность? Они нафиг нам здесь как бы не нужны. От них толку здесь вообще нету. Тягачу, да, я понимаю, он тут прыгает, как рыба в воде себя чувствует. Блин, хотел уже, ребята, спустить, но... Не вышло, короче, у меня, да, здесь ничегошеньки опять. Я всего лишь 3 балла получил. Вот пока мне не объяснят, ребята, каким макаром, блин, это говно ездит по горам так легко. Да-да, я именно про спорт вот это вот. Спорт говно, короче. Все, приплыли, а? Ну как он, ёпрс, ты... В общем, я эту гонку сфейлил полностью. Опять третий. По итогу... Третий. Отъезжаем назад. Блин, я уже думал, что все, сейчас будем брать. Так, а что там за гонка? А, забытое шоссе. Так проехать омерзительно. Не знаю. Опять же, ребята, были бы крылья, было бы все намного лучше. Там с крыльями вообще топово ехать. Смотри, 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 что за багги сумасшедшая такая едет. Не, серьезно, это какой-то Чак Норрис, наверное. Вот она. Оп. Мне нравится вот это вот. Как мы с тобой привыкли уже так делать. Это ж круто. А это случайно не с одной гонкой трасса-то? Это ж, по-моему, одна гонка у нас здесь, да? Вот я сколько раз пытаюсь, ребята, подобрать вот то горючее, которое висит. У меня никогда еще не получалось. Да, здесь одна гонка. В общем, отыгрался я, да? Оп. Рэй, удали Артем 228. Так, это кто такой у нас? Артем 228. Посмотрим. Так тут и Ваня надо удалять. И портал. Вот так вот. Пока все. Так, ну что? Кубок пустыни. Последняя сегодня гонка у нас именно на... Как сказать, на кубках. Опять целая тьма этих ролик, ребята. Опять мою машину, ребята, начала там ковырять. Кто-то там писал: Рей, научись приземляться. Да как ты тут, блин, научишься приземляться-то, ёк-макарёк. И он просто, ребята, на крыльях был. Угу. Просто хмырь был на крыльях, и все. А у меня что? У меня стоят колеса вместо крыльев, да?
Да, я себе ставил сцепление, ну, колеса, короче. А у него... Подожди, а что же у меня еще-то стоит? У меня стоят крылья. Ой. Нитро. Стоит у меня. Потом стоит у меня колеса. А, и монетный ускоритель. В принципе, и все. В принципе, и все. Больше у меня там ничего такого супер выдающегося нету. Есть. Вот сейчас вот было вообще, ребят, идеально. Проехали. Еее. Ускоритель. Ну что, друзья мои, 46 тысяч кубков взято. У нас еще до конца месяца недели. Я думаю, уж 50 тысяч возьмем. Так, ну что, гонку тут сказали, гонку. Блин, горелый. Непрокачанный автобус. Ну, а что я могу сделать? Непрокачанный автобус. Так, сейчас мы тут посмотрим, что у нас тут вообще по настройкам-то. Допустим, сделаем так. И вот так. Здесь у нас что стоит? Это уберем. Вот это, наверное, поставим, да? На выскочке. Ну, это понятно, что это все непрокачанные машины, которые у меня тут есть. Давай так вот. Ну что, поехали? Я не знаю. На автобусе. Вот даже как. А чё такая спорт... Так... Она вообще не едет. Слово совсем. Ну а чё я могу сделать? Ну не едет она. О, корыто-то. Слушай, а раньше она у меня, по-моему... Ребят, она, по-моему, у меня была нормальная, ну как бы. Это что, понятно. Он себе голову свернул. Выскочка под водой. Едет там. Автобусы все, короче, ребята, отдуплились. Только мы едем на своей выскочке. Как короли положения, да? Ты смотри, я еще и финишировать, ребята, успел. Отлично. И все, что ли? Ну, видимо, и все, ребят. А что вот это за соревнование? Вступить. Ой, зачем? Да зачем на этом-то корыте-то? Что это такое? Да, конечно, менять машину срочно. Ну и что, он полетел? Разве смысл в том, чтобы улететь куда-то? Three.
Мне кажется, что здесь смысл, ребята, не улететь дальше, а собрать больше очков. Может быть, я, конечно, не прав. О, 385 очков, нормально. Ну да, тут вон, за баллы. Так что то, что там идиот этот перелетает, это, мне кажется, ровным счетом ничего ему не дает вообще. Тут именно нужно баллы собирать. О, 445. Смотри-ка, 45 место. Блин, успеем? Нет. Так, 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 так. Сколько взял? 445. 52 место, ребят. Нормально. Слушай, ну тут круто очки копить. Тут не так сложно, во-первых. Да? Да. Ну что, друзья, на этой ноте я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.